это пожарный. Да, это пожарный выход у нас. Так, все открывается, смотрим, да? Выход куда у нас? На задний двор. В Доме культуры есть вся необходимая аппаратура для проведения праздников. Анонсы мероприятий размещаются в общественных местах – на остановке, почте, по линии территориального общественного самоуправления. На регулярной основе здесь занимаются 5 коллективов. Есть 2 клуба по интересам. На базе Дома культуры действует летняя площадка. В Юровке, центре Первомайского сельского округа, Дом культуры недавно отремонтировали, обновили все – от фасада до зрительного зала. В здании заменили электропроводку, систему отопления, в балетном классе пол из натурального дерева. Здесь занимается в том числе танцевальный коллектив «Самоцветы», признанный специалистами не только в России, но и за рубежом. Сегодня это достаточно крупный по сельским меркам досуговый центр. Первомайский округ очень большой, жителей очень много, и востребованность Дома культуры здесь актуальна как никогда. И вот в прошлом году мы осилили очень большой проект, и сейчас он действительно дает нам возможность принимать большое количество людей. Сколько здесь у нас посадочных мест? Посадочных 150.